данный момент я вышла, стоит машина с номерами 174А. В нем находятся два сотрудника. В нем находятся два сотрудника, которые называют себя опер уполномоченными отделения 196, которые в данный момент проводят незаконное преследование моего сына и меня как координатора ГУЛАГу нет. Прошу вас всех обратить внимание на то, что им было объявлено, что они могут прислать повестку в положенное по закону время, но они отказались. Целый день наши доблестные полицейские 196-го отдела полиции проводят возле дома 6, корпус 2, при этом трача наши с вами деньги, которые мы платим как налогоплательщики, на то, чтобы произвести незаконные действия, так как у них в данный момент находятся несовершеннолетние дети, которых они задерживают более чем положено. Спасибо всем. Жду поддержки.